вкладывал вечно чувства. В сердце и в душе было пусто, было одиноко порой и грустно, но привык. Встречи, договоры, переписки, вечный взгляд на стрелки часов. Было все, но не было в этом списке девочки по имени Любовь. А она всегда была близко, близко, но среди минут и часов. Было все, но не было в этом списке девочки по имени Любовь. На-на-на-на, 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 на-на-на-на. Она всегда была рядом, рядом, каждый день его взгляд ловила взглядом и была готова на все, что надо для него. Лишь кто-то кадров суматохи его работы. Люди с понедельника до субботы, как в кино. Он ее мужчина, красивый мальчик и герой сказочных снов. Но опять сидит у окна и плачет девочка по имени Любовь. Он живет у стрелок часов во власти и в плену побед и звонков. Одинокая ходит счастье, девочка по имени Любовь. На-на-на-на, 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 на-на-на-на. Но однажды утром в безумном ритме двое оказались в служебном лифте. Музыку на миг вы остановите, стоп, дела. Такие губы, как же вас зовут? Ну ответьте, Люба. Так переплетаются наши судьбы иногда. Так порой живем и не видим чуда с расстояния пары шагов. Обернитесь, люди, вас ждет повсюду девочка по имени Любовь. Ищем счастье мы за семью морями и среди романов и слов. Обернитесь, люди, ведь рядом с вами девочка по имени Любовь. Всем привет! Сегодня у нас песня про любовь. Про любовь, которая девочка. Девочка по имени Любовь. Такое милое название. Мне, в общем, просто купила сразу же это именно это название. Вот. И поэтому мне захотелось ее спеть, чтобы вот и все. Но она такая, ну, непростая песня. Тут надо быстро аккорды переставлять, и аккорды тоже, в общем, как бы такие, ну, вот я сыграл сейчас тональности ре минор, это уже так для продвинутых людей, потому что тут половина аккордов на баре, и они переставляются быстро, вот, то есть вот, там сначала проигрыш, как бы я его, ну, там... Можно разобрать табулатуру, а можно на-на-на-на спеть, как бы. На-на. На-на-на-на-на, Б аккорд. На-на-на-на-на-на, С, на-на-на, А, М, на-на-на-на, опять Б. На-на-на-на-на, Джи, М, на-на-на-на-на, А, Семь. Он себе построил воздушный замок, дотянуться смог до небес, до самых. Жизнь его похожая на программу «День как миг». Вот это полкуплета, и полкуплет также играется. А бой тут просто вот шестерка. Вниз, вниз глушение, вверх, вверх, вниз глушение, вверх. Но на потом откладывал вечно чувства в сердце и в душе его. Было пусто, было одиноко порой и грустно, F, но...
и здесь вот F7 я мизинец убрал, а дальше аккорды быстро идут по полу рисунка. То есть пол рисунка играется C, два движения, речи, договоры, и здесь уже вверх. Переписки, вечный взгляд на стрелки часов, здесь тоже так же. И еще А7, C, пол рисунка А7. Все по полу рисунка. D, C, F, B. Девочки по имени. Только здесь целый рисунок. Любовь. И повторяется на других, с другими словами те же аккорды. Она всегда была близко, близко, но среди минут и часов было все. Рисунка, вот весь припев практически играется по полу рисунка шестерки. Вниз, вниз, а потом уже другой аккорд. Вверх и вверх, вниз, вверх. На-на-на-на-на-на. Ну, проигрыш, там он по целому рисунку играется. Ну, еще давайте, давайте мы все-таки в тональности пониже сыграем для низких и женских голосов, чтобы они смогли спеть тоже. Будет так. Наши судьбы иногда
порой живем и не видим чуда с расстояния пары шагов. Обернитесь, люди вас ждет повсюду, девочка по имени Любовь. Ищем счастье за семью морями и среди романов и слов. Обернитесь, люди, ведь рядом с вами девочка по имени Любовь. Вот, это уже такая низкая тональность для минор, хотя я последний куплет там сделал модуляцию и сыграл в си миноре. Вот, но в ля миноре вот у нас такие аккорды получаются. Он себе построил воздушный замок, дотянуться смог до небес, до самых. Жизнь его похожая на программу день, как миг. То есть аккорды довольно простые, да, все АМ, ДМ, Джи, С, Е, Си. На потом откладывал вечно чувства А7. В сердце и в душе его было пусто ДМ. Было Джи одиноко, порой грустно, но С. Привык, здесь мизинчик добавляем на третью струну, на третий лад. Это вон С7 аккорд получился. Дальше, а вот дальше вот пошли аккорды джем. Встречи, договоры и переписки. Причем это по полу рисунка. Встречи, договоры и переписки. Потом опять вечный взгляд на стрелки часов. Если это все по полу рисунка. Там-та-там. Все, но не было в этом списке девочки по имени Любовь. Да, тут, ну, половина аккордов простые, но вот есть тут GM и F. Она всегда была близко, близко, но среди минут и часов было все, но не было в этом. Все по полу рисунка. Девочки по имени Люба. На-на-на-на-на. 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 Вот такие аккорды. Это у нас тональности ля минор. В общем, вот такая песенка про любовь, про девочку. Всем удачи, играйте хорошие песни.